Добрый день, друзья! Наша первая мартовская лекция снова о Марине Цветаевой. Это вторая часть «Судьба и поэзия». Это история последних лет жизни Марины Ивановны Цветаевой и вот этих роковых обстоятельств, которые сопутствовали ее судьбе и в отношениях с мужем, в отношениях с сыном, возвращение в СССР, жизнь в СССР под постоянным наблюдением НКВД, война, эвакуация, смерть. Ну, это вот так вот, если пунктирно. А так это попытка нашего очередного размышления над тем удивительным каким-то чудом, которым была поэзия Марины Цветаевой, и над жизнью, которая была какой-то просто невероятной катастрофой.